Детский сад на 220 мест появится в микрорайоне Авдотино в августе следующего года. Сейчас возведены только стены первого этажа будущего дошкольного учреждения. Рабочие выполнили гидроизоляцию фундамента, произвели кладку технического подполья. Также устроена временная дорога из железобетонных плит. Рассчитан сад на 12 групп, среди них 4 ясельные. По проекту здесь будет пищеблок, прачечная, кабинет логопеда, психолога, зал для музыкальных и спортивных занятий и застудия. Стоимость такого современного сада составляет более 160 миллионов рублей. Городские власти уже решили, дошкольное учреждение получит порядковый номер 8. Павел Коньков, прибывший на осмотр строительных работ, отметил, объект позволит существенно сократить очередь в детские сады. У нас практически трехлетки проблем в области решена, может быть, какие-то локальные есть вещи. И сегодня ставим задачу, как минимум с года, чтобы тоже эта очередь исчезла. Я сегодня поставил задачу администрации города, чтобы они уже сейчас совершенно четко посчитали, сколько еще нам осталось сделать конкретно в этом микрорайоне и в городе в целом.